этом году в велопробеге принимает участие 57 человек. И им предстоит преодолеть немаленький маршрут, равный 28 километрам. Участники стартуют с городской площади и отправляются на Фединский плацдарм, посещая и отдавая дань местам боевой славы. Ехали, да и сейчас вот посмотрите, мы видим, что все перерыто в траншеях, да? Здесь велись очень ожесточенные бои за освобождение Нарвы и Ивангорода. 1 февраля освобожден был город Кингисепп, да? И только в июле освободили Ивангород и Нарву. То есть мы понимаем, какие бои здесь велись, и судя вот по вот этой местности, на которой мы находимся. Противника разделяла лишь небольшая река Нарова. Она в ширине, примерно ширина ее 300 метров. По воспоминаниям очевидцев, советские войска форсировали ее вручную. То есть солдаты переправлялись на досках, бревнах, старых дверях, на всем, что нашли. Вода была красной от крови и кипела от артиллерийских ударов. Трупы сотнями шли вниз по течению, прямо в Финский залив. Наши прадеды и деды, прабабушки и бабушки миллионами своих жизней заплатили за то, чтобы мы сегодня могли жить мирно в нашей свободной стране. Вечная им память, вечная слава их подвигу.
сегодняшним мероприятием мы открываем вахту памяти, посвященную, пожалуй, одному из самых ярких событий в истории нашего государства. Действительно, предыдущие выступающие сказали очень важные слова. Миллионы жизней стоили той возможности, чтобы мы сегодня могли здесь собраться, чтобы мы могли жить. И действительно, этот подвиг наших отцов, дедов, прадедов, для некоторых, я думаю, здесь присутствующих прапрадедов, и, на самом деле очень приятно видеть и с большой благодарностью, хоть слова благодарности хочется сказать всем нам, потому что вот детки прям маленькие, груднички, то есть воспитание обязательно важный момент, который связан с памятью этого события, что детки помнят, детки знают, что это за праздник. Праздник действительно со слезами на глазах. Память о том, что произошло, она очень важна, потому что если мы помним, мы сделаем все для того, чтобы это не повторилось. А если, не дай бог, повторится, то мы сделаем все для того, чтобы, как и наши отцы, деды, прадеды, прапрадеды, отстоять нашу Родину. Но самое главное, чтобы никогда это не произошло, самое главное — мирное небо над головой, вечная память защитникам нашей державы. На обрыве у оврага, узнав убийцу по когтям, в тупик загнали вурдалака. На нем железный крест бренчал, но сам он розов и упитан. Я целый диск в него вогнал и лишь тогда признал убитого. Здравствуй, мама. Возвратились мы не все. Босиком вы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Это праздник со стеной на висках. Это радость. Первый раз мы поехали в 15-м году. И получается, свой в прошлом году пропустили не по нашей вине. Спасибо за то, что все собрались. Приехали, несмотря на суровые условия. И хочу я передать большой привет нам от наших коллег. Мы связываемся, они благодарили и передали нам самые лучшие пожелания. Помнят мысленно с нами. Ну и от нас им тоже большой привет. Нам их не хватает. Ой, сейчас буду плакать от дыма. Ну, тема наша сегодняшняя не просто велопоход, а День Победы. С праздником! Ура! Ура! С Днем Победы! Ура!